Добрый день! Здравствуйте, дорогие любители грибов! Вас приветствуют грибоведы! Продолжаем знакомство с грибами наших лесов. И сегодня у нас... Сегодня мы расскажем про довольно-таки редкий в наших местах гриб. Это чешуйчатка золотистая. О, какая. О, какие они тут наросли. Ну, так вообще-то редко встречаются. Обычно там 1-2 грибка найдешь. Ага. Ну, здесь уже такие они зрелые, большие. И мы их сейчас рассмотрим поближе. Так. Золотистая. Ну, точно, смотри, цвет такой. Цвет очень именно золотистый. Ярко-желтый, с небольшими темными чешуйками. Вот они, так, эти чешуйки. Где? Небольшие, темненькие. Да, их довольно-таки немного. Ну, бывают экземпляры, когда побольше чешуек. Вот здесь, например. Да. Бывает поменьше чешуек. Но она, шляпка всегда кругленькая, выпуклая и немножко скользкая. Да. Слизистая. А вот когда сухо, ну, сейчас довольно сыро, а когда сухо, она становится просто блестящей. И гладкой, как бы. И гладкой, да. Ну, кроме этих чешуек, конечно. Ну, вот, это, да. Ну, красавцы какие. Красавцы. Вон, смотри-ка. Вообще, ого. Вот это, ну. Угу. О, какие. Причем, смотри, некоторые упали, ветки. Уже упали. Мне такая, может быть, какая-нибудь зверь какой проходил. Да, задел за нее. Да. Вот она. Хорошо. Да. Ну, сейчас мы сорвем хотя бы. Да, вот с этой стороны. Давай. Будем смотреть. Ага. Будем смотреть. Так. Значит, что, золотистый цвет, темные чешуечки. Более блестящие и такое как бы влажная шляпка блестящая. Влажная или блестящая? Ага. Так. Ну, а теперь мы посмотрим, как вот эту вот. Ну давай. Возьмем. Ага. Вот она. Вы видите, пластинки, они вначале-то светлые, постепенно становятся коричневатыми, бежевыми. О, скользит даже. Страшно, не так. Вот. Они довольно частые и очень такие ровненькие, красивенькие. В общем, приятно на них посмотреть. Ножка небольшая. И поскольку она прикрепляется обычно к стоящему дереву, то изогнута. Ну, да. Изогнута для того, чтобы шляпки были горизонтально. Вот сейчас посмотрим. Да-да-да. Вот видите, как оно из дерева сгибается. Выторчивает так. Ага. И держит этот да. Зонтик гриба. О, и здесь тоже. Ага. Ну, здесь уже у всех пластинки коричневатые. Вначале они, конечно, светлые. Вот, а постепенно темнеют. Так, на ножке заметны все-таки чешуйки. Как всегда у чешуйчаток под самыми пластинками около шляпки ножка более гладкая. Да-да-да. Потом вот, идет видно. Поясок, остатки покрывала. И потом идут чешуйки. Точно, как вижу, хлопья. Вижу. Ну-ка, этой палочкой-то покажи. Так, вот, вот, вот ага. Вначале. Да, вот. Потом поясочек, а после и него. А после этого идут. Да, после идут него такая... чешуйки. Все, понял. Вот они. Ножка небольшая и довольно короткая, потому что к дереву прикреплена. Ага. Так, хорошо. Это зрелые грибы, а вот уже старости, вон, видите, какие пластинки становятся. Такие. Вообще темно-коричневые. Темно-коричневые. Такие мы брать не будем. Нет, такие нам не нужны. Хорошо. Это считается съедобный гриб. Ну, сейчас я его разрежу и попробую. Более того, он не просто съедобный. Среди чешуйчаток он считается чуть ли не самым лучшим. Да. Потому что вот, не знаешь, как разрезать. Ну, порежь. Да. Ну, цвет, конечно, у него. Настоящий золотистый. Настоящее золото, да. Так.
Вот дерево. Это у нас... О, разрезала все-таки. Мякоть тоже желтоватая. Ага. Желтоватая, коричневатая. Она довольно плотная. Но не сказать, что грубая. Приятная на ощупь. Угу. Так. Пахнет хорошо. То есть вот этого запаха... Запах грибной. Нету запаха вот этой... Фолиотности, чешуйчатости нет. Ага. Ну, такой своеобразный запах у чешуйчатки чешуйчатой. А здесь вот он хороший, приятный. Приятный грибной, угу, такой, грибной. Да. На вкус попробую. Угу. Нормально? Угу. Хороший Я вкус? Я попробовал. Ну и как? Да хороший. Хороший вкус. Никакой горечи, ничего. Да, так что горечи нет вообще. Приятный грибной вкус. И поэтому я согласна с теми, что говорят, что эта чешуйчатка вполне съедобна. Ну, еще раз повторю, что считается, что это одна из лучших чешуйчаток. И ее можно варить, жарить, солить, мариновать. Сушить, правда, не знаю. Ну, не пробовали, потому что у нас они встречаются довольно-таки редко. Почему? Растет на лиственных породах. Ну, в данном случае это что-то и ива, скорее всего, или ольха. Ну, вообще непонятно. И вот здесь, если посмотреть сам лес, это вот приболотье такое, низинка. И здесь явный выход глины. Явно. Потому ну, что, по всему видно. Да, потому что растет ольха. Вот кругом у нас пески. Это боры сосновые, еловые, вот как-то так. А здесь ольха растет. Ну, явно, что выход каких-то глин. Ну и, соответственно, таких мест немного. И этому грибу тоже расти. Особо-то и негде. И негде, да. Поэтому его много не собирали и много о нем таких. Впечатлений личных много не имеем. Нет. Но красивый. Красивый. Собак. Вон, смотри, как опоясывает. Ага. Наискосок. Прям как такой лентой, да? Да-да-да. Питом. Ага. Точно лента. Смотри. Оттуда началось. И так. Хорошо. Так, что еще можно сказать про этот гриб? Все сказали? Мы сказали, что он красивый. Но не просто красивый, съедобный. И даже очень съедобный. Даже без очень. Всякого предварительного отваривания. Так что при встрече берите, не бойтесь. Он очень красиво выглядит, и поэтому ошибиться практически невозможно. Ну как, что, с чем можно спутать? Да не знаю, ни с чем, наверное. Вот такая вот скользкая или гладкая поверхность, вот такая клейкая. И вот с такими темными чешуйками редкими. Ну, чуть-чуть. Ну, спутать я не знаю. Очень трудно. Трудно. Хорошо. Поэтому берите, не бойтесь. Хорошо. Сегодня у нас 17 октября 2017 года. Мы надеемся, что своими фильмами помогаем вам разобраться во всем многообразии грибов в грибном царстве. Ну, а мы с благодарностью примем любую вашу помощь. Наши реквизиты вы найдете на сайте и в конце каждого фильма на канале YouTube. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, задавайте вопросы. Мы постараемся на них ответить. Ну, а вам желаем, чтобы корзинки всегда были полными и у вас, и у нас. Всего вам доброго. Удачи.